Со вторника по воскресенье на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в Самаре можно приобрести продукты питания по выгодным ценам от местных производителей. Семейная ферма из Большой Глушицы, которую представляет на ярмарке Амиржан Шукуров, реализует конину, говядину, а также баранину. На подобных ярмарках условия для торговли подходящие, рассказывает мужчина. Мы с 1 сентября прошлого года, то есть здесь находимся, на этой ярмарке. Вот, очень довольны тем, что администрация города предоставила нам такие условия, то есть комфортабельные. То есть, когда зной, и ветер, и снег, и дождь, как говорится, мы всегда находимся в хороших условиях, то, что мы имеем возможность реализовывать нашу продукцию. На посещаемость ярмарки, как отмечают продавцы, влияют разные факторы – погода, праздники и настроение людей. Бывает, что и в четверг не протолкнуться, хотя это рабочий день. Ну а в субботу и воскресенье чаще всего многолюдно. Многие самарцы приходят на ярмарку каждые выходные, тем более, что друзья и знакомые советуют. Каждую неделю практически. То есть здесь мясо очень вкусное, то есть ярмарка. То есть весь ассортимент очень хороший у них. Вот. То есть все выборочно есть, и вся продукция очень свежая. Расширение ярмарочной торговли в городском округе – одно из приоритетных направлений работы. Кроме круглогодичных муниципальных ярмарок, в региональной столице планируют проведение сезонных. На них жители города в течение выходных смогут покупать овощи, фрукты и другие продукты. Одна из таких торговых точек уже открылась в поселке Мехзавод, рядом с Домом культуры «Октябрь». Формат сезонной ярмарки, когда производитель может с минимальными затратами приехать, поторговать, не заниматься погрузкой, разгрузкой и прочими работами, которые внесут дополнительную стоимость в стоимость продукта. Вот, таким образом достигается минимальный уровень цены на продукцию. Как отметили в профильном департаменте, на таких торговых точках выходного дня самарцев ждет разнообразный ассортимент, который к концу сезона, в августе, станет еще больше. Ценами производители также порадуют. Всего в Самаре работают 28 ярмарок. К тому же в этом году планируют открыть 16 новых торговых точек, в том числе передвижных сезонных. Этот вопрос прорабатывается в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.